развитие, продолжить наше общение. Хотел бы также поблагодарить вас за поддержку визита и за содействие в решении некоторых вопросов ваших. Ну и, конечно, повод, по которому мы сюда приехали, Сочи, 503-й, действительно историческая дата большого значения. Она дает возможность сейчас подумать и о прошлом, и о настоящем, и о будущем, побеседовать с политическими деятелями, с церковными. Мое отношение к Молдове вы знаете, я всегда с открытым сердцем и с чистыми помыслами. Вот, люблю Молдову и народ мне очень близок, потому что в моем жизни много чем встречалось людей из этих краев, с которыми сохраняют добрые отношения поныне. Поэтому вот, рад еще раз возможности встретиться с вами. Прежде всего, вы знаете тоже, что вас всегда любят. Спасибо вам большое за заботу, за помощь, которую вы оказываете.